Очередной важный навык, который должен уметь каждый роллер, это прыжки. Они делаются, тренируются на маленькой скорости, как можно меньше. При этом на месте лучше не тренироваться. Единственное, на газоне где-нибудь там можно. Как они делаются? Ноги должны быть параллельно уже в этом варианте. То есть вы должны нормально на роликах ездить. Не надо так держать. Это только при катании, при обычном. Когда вы прыгаете, ставите ноги параллельно. Следующий акцент. На чем делать акцент вообще? На руках. На спине она должна быть ровной. И на носочках они должны отталкиваться, потому что делайте не просто квадрицепсами отталкивания, а еще и носочками. Они придают вам высоты. Итак, как это должно выглядеть? Вы набираете совершенно маленькую скорость, делаете замах руками вверх. Не вперед, потому что если вы будете прыгать вперед, вы упадете назад после этого, после приземления. Поэтому только вверх отталкиваемся. В конце вы должны приседать, компенсировать приземление, чтобы у вас колени были целые и спина тоже. То есть вот что вы должны сделать? Оттолкнуться носочками, не забывайте отталкиваться. И приземлиться как можно ниже. Перед этим, конечно же, сделайте очень качественную разминку, поприседайте, потому что вероятность упасть при прыжках велика, значительно выше, чем при обычном катании. При этом, когда вы делаете замах руками, прыгаете, вытягивая их вперед. Так у вас тело будет двигаться нормально, оно у вас не будет ни вперед двигаться, в принципе, потому что вы не делаете замах вот так, вы делаете замах вот так, чтобы вот просто вверх выпрыгнуть. Кстати, можете начинать самые базовые прыжки на маленькой скорости, опять же, но при этом не отталкиваться носочками. Делайте замах руками и ногами отталкивайтесь. После того, как вы научились так делать, можете попробовать то же самое на маленькие бордюры или с бордюров, потому что у бордюров обычно не очень-то они ровные, и когда вы съезжаете, можете упасть, так что лучше с них спрыгивать. Попробуйте, и будет вам счастье. И, ребят, самый важный момент про прыжки. Как и все тренировки на роликах, на вас не должно быть рюкзака. Вообще не должно быть никогда, ни на какой тренировке. Катайтесь на месте, оставляйте его на лавочке где-нибудь под забором и тренируйтесь без него, потому что с рюкзаком вас будет бросать назад. На этом все.